Отлично, просто прекрасно. Я подумал заскочить к Кристи Келлион и попросить помощи у Ника Фьюри и его агента. И вот что я нашел. Случилось что-то неприятное. Ну или у Ника отвратительный вкус к дизайну интерьера. О нет. Нет. Я это уже видел. Эту красную массу. Тела высосанные досуха. Только одно существо способно на такое. Только одно. Заключенный 900М сбежал из камеры. Всем охранникам срочно явиться на тюремный этаж. За всю историю дурных предчувствий у меня не было ничего подобного. Всем привет, друзья! С вами Валерий, и мы продолжаем проходить Человек-паук Разрушенные измерения, и у нас на очереди Человек-паук-симбиот и самый злостный, ну как, один из самых злостных врагов — это Карнаж. Да, Карнаж. Почувствуем себя в роли Венома. Сразимся с Карнажем. Ладно, смелее. Все смотрели, да, фильм «Веном»? Боже, ну и мясорубка. Все смотрели фильм, да, «Веном»? И по информации вторая часть там будет «Веном против Карнажа» как раз. Так, проснулись. Вот. Вот. Карнажа сыграет Вуди Харрисон, вроде как. Мы помним, из сцен после титров, по-моему, было. Там был, показали Карнажа. О! Вы посмотрите, сколько их! Это просто жесть. Просто это... Война миров Z, блин, какая-то. И они еще... О-о-о, схватил. Да, это вам не Resident Evil. Это уже больше на реальный какой-то апокалипсис похоже. О, вроде меньше стало, да, их? На порядок меньше. Хорошо, вот такая есть, такой есть прием, который разбрасывает их по сторонам. Это очень спасает, когда окружает такая толпа врагов. Отлично. Все, со всеми, да, разобрались? Отлично. Останьте от меня, не надо. Нет. Держись. Так, спасти девушку надо. Дверь. А, эти твари, короче, ломятся в дверь, да? Надо защищать дверь. Понятно. Сейчас мы разберемся с ними. Так. Отвалила двери. Ублюдки. Просто кучку так выбросил. Так, разбежались. О-о-о, схватил. Да эти зомби, походу, любят обнимашки. Да, блин, чересчур они любят обнимашки. О, там дверь уже на соплях держится. Да отвали ты от меня, но... Армянин, блин. Да что ты будешь делать-то, ё-моё?
Отвалили от двери, быстро! Твари! Давайте расправимся. Дверь вроде еще пока нормуль цела. Отлично. Не хочешь объяснить мне, что происходит? Карнаж. А, вот теперь все ясно. Карнаж, тот красный монстр. Клон, заключенный 900М, личный идентификатор. Он сбежал, когда мы его исследовали. Мне удалось спрятаться от него. Но агенты, которых он убил, ожили. Раньше у него не было таких способностей. Надеюсь, это не из-за волшебного осколка. Боже, как ты о нем узнал? Идиотка. Это было опасное испытание, когда мы приблизились два осколка друг к другу. Показания прибора просто открой дверь. Ты? Погоди, ты хочешь заполучить его? Зачем? Потому что любая сила предполагает ответственность. Тебе, думаю, не понять. Обнаружена симбиотическая материя. Запускаю протокол ликвидации. Что за... Ха, ну ладно. Одно очко за огненного робота. Обнаружена симбиотическая материя. Запускаю протокол ликвидации. Я знал, что не стоило надевать этот черный костюм. О, черт. Да, у нас же костюм тоже симбиота. Поэтому робот против нас. Давайте... с ним расправимся. Ох ты! Воу! Ублюдок! Ох ты, еще и бочки подорвал! Да что ты? Давай! Дохни! Дохни уже! Ублюдок, а? О, отличный захват! Тим! Немножко жизни восполнили. О, отлично, немножко жизни восполнили. О, что здесь за трэш-то? Так, валим, короче. Не хочу я с ними сражаться. Надеюсь, мне вертушка не подобьет. Я тебя остановлю любой ценой. Смотри, еще один заход. Еще один заход? В смысле? Заход чего? Ну-ка, я тебя догоню, ща я тебя догоню. Так, не обращаем на этих ублюдков внимания, короче. Так, отлично. Воу-воу. Так, а что здесь делать? Ой, еще и ворота закрываются. Капец. Не с этим... А, вон дверь. Вижу. Пускай туда сражаются. Сами между собой. О, боже. Снова в какой-то трэш пришли. О, блин. Неловко получилось. Ай-яй-яй, поджег мне зад. Блин! С этим-то ублюдком. Воу-воу-воу-воу! С этим ублюдком будет сложновато. Да что ты будешь делать? Я просто от таких вот врагов бомбит. Отлично, захват, давай! Есть. Так. Вон там еще одного вот мочат. Так, захват. Спасибо, ребята. Помогли мне. А с вами я сейчас расправлюсь. Любители обнимашек. А-а-а, черт. Шел вон.
одной стороны, хорошо, когда они в кучу вот собираются. Просто можно вынести сразу целую кучу. С другой стороны, они могут обнять и просто нахлобучить. Okay. Так, есть и хорошая новость. Кажется, я понял, как выбраться. Окей. Значит, выбираемся. Отлично. Радует то, что можно не всегда сражаться с ним. Так, преследуйте Карнажа. Здесь их немного, в принципе. Отлично. Не может быть. Отлично. А то у нас проблем мало было. Но сомневаюсь, что мне придется со всеми ими сражаться, я в этом уверен. О боже. Чё, вы реально, что ли? Окей, давайте начнем. Ребятки. Просто месиво. Так. Но эти хоть не обнимаются. О, сколько их появилось-то? Откуда? Вашу мать, а? Откуда у вас столько? О, жесть. Может, можно как-то свалить? Ой, в огонь. Ну как же без этого? Так. Бежать некуда, надо сражаться. Давайте. Расправимся с ними, не подведи паучок. О, жесть! Они просто появляются из ниоткуда. Да сколько их тут? Вот эту кучку! Так, разбежались. Не все сразу. Есть. Просто пипец какой-то творится. Да чтоб вас, а? Так, давайте. Эссенция есть. Да блин! А-а-а. Паук! Не беси. Ну зачем ты в огонь-то? Да что ты не прыгаешь-то на паутине? Бесишь меня. Отлично. У вас полные жизни. Ну что, где вы? Тварь, а? О, преследуйте Карнажа, отлично. Отлично. Ага, теперь она открылась. Вот именно. Не могло раньше открыться. Человек-паук, на помощь, я тут. Найдите ученого. Так, где он? Где-то наверху. Окей. Ай-яй-яй. Еще выше. Вон. Запрыгни ты туда уже, ну. А-а-а, Человек-паук, ты меня огорчаешь. Да что ты? Запрыгнешь ты или нет, наконец? О, подхватить мирного жителя, отлично. Тут нельзя медлить, а Человек-паук тупит, как не знаю кто. Воу-воу-воу.
Так, и куда тебя? О, вижу. Спасибо, что спас меня. И удачи, она тебе понадобится, чтобы остановить его. Это ты мне говоришь? О, черт! Набежала. Отвалили. Так, дверь закрыта. Окей. Да что за подзагрузки-то, но... Так, окей. Окей. Куда мне надо? Наверх или... А, сверху я пришел. Мне надо с этими, значит, расправиться, да? Окей. Отвалили. Сюда выходите, ну, чего там столпились? Так, еще двое, да? Есть. Ты тут еще заныкался. Отлично. Ну, вот дверька открылась, отлично. Так, что здесь у нас? Воу-воу-воу-воу! Что за трешак? Все в куче. Так, не со всеми надо здесь сражаться? Или можно свалить куда-то? Да куда ты бьешь-то, блин? О, жесть. Задрали. Напоминаю, друзья, это предпоследняя миссия, поэтому она такая трешовая, короче. Поэтому у нас тут бомбит. Не по-детски. Окей. О, двери открылись. Е-е-е-е. Валим. Невероятно. Это разбитый грузолет. Нет. Воу! Неожиданно. Да, ну ладно, давай. Сейчас мы карнажику по морде надаем. Получи, получи, получи. Есть. Выкинули, это существо не выносит высоких температур. Огня, значит, он боится. Окей. Так. Давай. О! Цепанул. Так, давайте атаку. Блин, жизни довольно у него медленно уменьшаются. Да что ты? Ой, 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 что это? Что это? Что за жесть? Он орёт. Надо его сбить, да, получается? О! Поджарили тварюку. Окей. Что там запрыгал? Let's keep it that way, all right? По новой сражаться. Так, отлично. Его в трубу закинули, у него побольше жизни отнялось. Так. Ну, он еще даже так может, нифига себе. Уже больше половины, да, получается, снесли.
интересно, сколько боев будет с ним. О, снова он там разбрызгал свою красную жидкость. Или что это? Получи. Погрейся. Так. О, можно еще раз. Не в ту сторону я его сбросил. Где эта тварь? Гол! Да получи ты! Еще туда. Почему в огонь-то не скинул? Ладно, разберемся с тобой так. Не хочешь в огонь? Будет тебе по морде. Отлично. А заманал ты прятаться в свой панцирь. Так, чуть-чуть ему осталось. Чуть-чуть. Еще пару ударов. Мэйдэй, мэйдэй, это грузолет Дельта Сера. Меня кто-нибудь слышит? Мэйдэй, мы возвращаемся. Кажется, он направляется к той вышке. Мэйдэй, мэйдэй, эти чудовища забрались к нам на борт. Повторяю, у нас гости. Они в кабине, они... О боже! Убегайте! О, чёрт! Нет, 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 нет! О, жесть! Ребята, это просто эпично! Это просто прикольно! Больше никогда. Всем покинуть территорию. Шевелись. Поднимайтесь в воздух. Живее. Может, я поймаю попутку? На нас напали зараженные заключенные. Я теряю высоту. Внимание, приготовиться к аварийной... С ума сойти. Паучок, только спокойно. Так, ну, ты в безопасности, ясно? Ты в безопасности. Окей. О, сколько их здесь. Валим в дырочку. В окно, отлично. Так. Я так понимаю, нам надо добраться на самый верх. Давайте попробуем. Фига он такой пролетел. Отлично. Так. И сюда в окно, да, получается? О, чуваки повставали. Ну, привет. Давайте мы с вами позажигаем, ребятки. Воу-воу-воу. Блин, схватил. Можно валить в окно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, хорошо, что они хоть по трубам не могут лазить. Так, что у нас тут? О, лучше не попадаться на глаза. Осторожно. Так, сейчас угадаю. Наверное, надо разбить гигантское яйцо внутри комнаты. Человек-паук, если ты слышишь меня, это агент Веллинг из щита. Мы запускаем сюда новых роботов, теперь они считают тебя союзником. Смотри, они красные. О, ничего себе, у меня теперь есть собственные роботы-помощники. Этого я назову Эрби. Это Эрби, а это Чупи. Окей. Так. Что это за... Я даже не знаю, как это назвать. Так, я понимаю, надо защищать этих роботов. Окей, давайте. Не трогайте Чупи.
Не для вас моего Чупи делали. О! Чупи! Нет! Умер! Тварь! Вы уничтожили Чупи! Вон еще один идет. Чупи 2. Там был Чупи 1, это Чупи 2. Окей. Че он там гундит? Так, отвалили от моего Чупи. Блин, ну че, надо так постоянно? У этого карнажа. И что это? Подобие карнажа. Яйцо какое-то карнаж. Понемножку убавляется. Окей. Не, я думаю, что-то должно быть. Должно произойти до поры до времени. Отвали! Не трогай моего Чупи 2. Чупик. Ну, молодец, хорошо справляешься. О, я же говорю. Что-то должно произойти. А, по морде надо бить. Воу, уклоняться надо. На тебе в челюсть. А так тебе как? Приятно? Воу, это было смачно. Это было круто. Так, что теперь его мочить? Окей, мочим. Опять он в свою скорлупу залез. О-о-о-о-о-о-о-о, ничего себе! Он высасывает из меня жизнь и восполняет их себе. Твою мать, отпусти, ну! Тварь, а? Так. Мочим, 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 мочим. О! Ладно. Где ты? А, вон. Сливается. А, опять он свое яйцо закрылся. Окей. По новой надо роботов, да? Окей, Чупи. Чупи. Камон. Так, по той же схеме, короче. Не подходить, не подходить. У нас тут шашлычок жарится. Из карнажа. Жареные яйца из карнажа. Никто не пробовал. О, отлично. А, типа по новой, что ли? По морде ему бить. Второй круг. Так, отлично. Интересно, вот от таких вот этих вот заставок, которые по морде бьем, интересно, жизнь у карнажа пройдется, нет? Так, отлично, идем. Бьем. Отлично. А, своей скорлупой достал. Закрываться. Почему нельзя его туда в огонь столкнуть? Он же это, огня боится. А я почему-то загорелся. Куда он делся? А, он опять в яйце. Это, знаете, больше на помидор похоже. Гнилой. Гнилой помидор. Ой, еще и бьется. Так, не трогайте моего Чупи. Чупик. Иди. Занимайся своим делом. Я тебя прикрою. Знай, я прикрываю твою спину, Чупик.
О! Они убили Чупика 2! Твари! Чупик 3 идет! Отвалили! Расчистили путь! Почему он уже горит? Я же не подпускал! Этих тварей! Нет, 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 Чупик, живи. Убили. Твари. Да от меня-то отвалите, а. Приставучие. Чупик опять горит. У Чупика пукан горит. Смотрите. Отлично, отлично. Карнажа чуть-чуть осталось. И он. И даже твоим зубам придет конец-то, а? Блин. Защищаться научился. Класс! Индейка! Ты выбрался! Что такое? Мне казалось, тебе нравится в огне. Виноват. И не высовывайся. Ну что, друзья, Карнаж побежден. Вот. Было это не так легко, как казалось на первый взгляд. И... на этом я буду заканчивать. Дальше нас ждет последняя серия. Вот. Последний финальный... финальная миссия и финальный босс. Я так предполагаю, это будет Мистерио. Вот. Но, а эту серию я заканчиваю...